вот двери входные. Это пролетело, да? Двери входные в четвертый корпус, они были целые. И окно это было, ну, более-менее целое. То это я же был, прошлую пятницу, 8 числа, это уже новое все, да? Вот это сегодняшнее все. Все сегодняшнее, да? Это все сегодняшнее. Я подумал, что прилетело... 14 июля, да. Вот. Потому что вот это все... Ну, короче, оно взбилось, видишь? Угу. Все валяется. Вот раз, три штуки. Раз, два, три. Это три раза сегодня прилетало, да? Да, вот три раза сегодня прилетело. Ого. И, ну, мне так кажется, что такие удары, когда их братья убили. Мне так кажется, я могу ошибаться. Да. И это тоже прилет сегодня, да? Сегодняшний прилет. Сегодня. Я никогда не записывал, где-то видел. А четвертый больше в крышу не попадали, да, батюшка? В крышу, ну, пока не попали, но попадали три дня назад, идем сюда. Андрей. Иду, батюшка. Иду. Сюда. Подойди. Вот смотри. У нас получается дальнее окно на втором этаже, ну, которое проломлено. Угу. Это там, где была матушка Варвара, когда убила ее. Это 1 июня прилет. Вот в третьем и на втором этаже вот это. Потом вот это. Дальше прилеты были, а вчера был, ой, позавчера, или три дня назад, уже все попуталось, ничего уже не понимаю. Вот. Ну, это третий корпус. А, это третий, это старая. Старая, да. Это старая запись. Это даже дырка осталась, да? Дырку мы накрыли, вот именно вот с этого прилета братью убило. Ну да, да, я понял. Да, 14 июля. Да. Июнь, июль, да. Сегодня на выбранке. Десятый корпус. Концертный зал.